Композиции Астора Пиццолы «Либертанго», которую для вас исполнил Севастопольский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Украины и России Владимира Кива и солистов государственного ансамбля танца «Черное море», заслуженного артиста Украины Александра Зинченко и заслуженной артистки Севастополя Анастасии Евгуньевой. Сегодня для вас весь вечер будет звучать музыка великого композитора, великого автора, как называют с любовью и уважением аргентинцы. Композитора, который создал новый стиль нуэво танго. Композитора, который корни перевернул жанр танго и соединил в нем танец и элементы джаза и
элементы классической музыки. А начиналось все в далеком городе Аргентины Мар-дель-Плата, где в 1921 году родился Астор Пьяццолла. И вскоре, когда семья переехала в Нью-Йорк, у него началось трудное детство. Как он сам писал, это было время разрухи и мафии. Я больше учился не в школе, а бегать по улице. Моим кумиром был Дюк Эллингтон, музыку которого я слушал под дверями клуба. Я был слишком мал и очень беден, чтобы попасть в Лондон. И, несмотря на строгое воспитание семьи, он даже умудрился стать гангстером маленьким в подростковой банде. И от этого его спас отец. Он всю жизнь спасал своего сына. В небольшом магазинчике за $19 он покупает инструмент бандонеон и торжественно дарит сыну на день рождения. Меняется все. Мальчик начинает заниматься музыкой. А потом он участвует в первом концерте, уже в 11 лет он имеет успех. Он начинает заниматься и профессионально. Сначала у венгерского композитора Беллы Гильда, ученика Сергея Рахманинова. Он сказал, благодаря ему я полюбил Баха на всю свою жизнь. Затем у аргентинского композитора Альберто Хинастера. Но несмотря на классическое воспитание, его тянет к танго. И он становится музыкантом в танго-оркестре. Анна была тройной одного из самых известных оркестров. И несмотря на то, что он уже музыкант в великом оркестре, он чувствует в себе силы идти своим путем. И вот однажды на большом танцевальном фестивале оркестр заиграл аранжировку Астора Пьяццоллы. И публика остановилась. Все танцующие перестали танцевать. Многие из них, не поняв ничего, даже покинули сцену, а другие, наоборот, перебрались поближе к оркестру, чтобы услышать эту новую музыку. Это был вечер рождения нового танго, нового танго. Композитор сделал переворот в этом танго, и этим он занимался всю свою жизнь. Начинают появляться крупные произведения, за которые он получает награды. Но вот одна награда была для него очень значима. Он получает от французского правительства стипендию на годичное обучение во Франции у самой Нади Буланже, французского композитора, дирижера, великой пианистки. У нее учились Джордж Гершвин, Мишель Легран, Владимир Косма. Вот к ней он приехал целым чемоданом партитур. Здесь было все. Здесь был вкус, здесь была эрудиция. Здесь не было одного, здесь не было самого Пьяццоллы, здесь не было его личного почерка. Талантливая, мудрая, была же все-таки выведом. Что же он делал до нее? Застенчивый ученик, сгорая от стыда, сказал, что он играл на бандонеоне в танго-оркестре. И когда она услышала музыку, которую он ей все-таки сыграл, она сказала, ну вот, наконец-то. Это блеск, это настоящий Пьяццолла. Только этим путем ты должен идти. Совершенно окрыленный он возвращается в Аргентину, но все приходится начинать с нуля. Но он убежден, танго — это полноправное музыкальное направление. Хотя он испытывал огромные трудности. Его преследовали, ему угрожали. Поклонники традиционного танго даже сравнивали его с отступником, нарушившим вероучение. «Я забрал у публики старое танго», — говорил он. «И они ненавидят меня за это. Ведь в Аргентине можно поменять сотню президентов, можно сменить одну религию на другую, но танго вещи неприкосновенные». Ему приходилось раз за разом, год за годом доказывать, что он может вдохнуть новую жизнь в старый жанр. И он одержал блистательную победу над своими оппонентами. Он вывел танго из кафе, баров, салонов на большую концертную сцену. И в этом ему помогли и достоинство его музыки, и сила характера.
характером Астора Пьяццолла. Талант композитора многогранен, и среди его произведений есть и такие, которые относятся к шедеврам, жемчужинам музыки 20-го столетия. Аве Мария исполняет Севастопольский государственный симфонический оркестр. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель России и Украины Владимир Ким. Солистка, заслуженная артистка Севастополя Мария Манзи.
вызывала очень живой интерес и в поэзии, и в литературе, и в живописи, и в музыке. Но почти все художники рассматривали это явление не просто как явление природы, а как глубокий философский смысл вкладывали. Ведь смена времен года — это этапы человеческой жизни. Пробуждение природы, весна — это юность. Лето — молодость, золотая осень — зрелость. И, наконец, зима, старость — конец пути. Так философствовали Антонио Левати, Йозеф Гайм. Обратился к этой теме и Астор Пьяццолла. Его «Времена года», или как правильно называется, «Времена года» в Буэнос-Айресе. Это четыре танго-композиции, в которых он рассказывает о разных этапах жизни жителей окраин, бедняков. Окраин Буэнос-Айреса, тех, которые родились в предпортовых улочках, именно там, где и родилось танго. «Времена года» в Буэнос-Айресе. Зима. Солистка, лауреат международных конкурсов Светлана Рубина. Thank you.
этих произведений, их можно уловить и общие черты, и не только в названии, но, наверное, еще и в южном темпераменте обоих авторов. Он даже использует форму барочного концерта, но, конечно, прибавляет современные краски, сочетая традиции классические, джазовые, прибавляя афро-испанские краски. А вообще, это рисунок города, большого, звуки, его пульс, города богемного и романтического. Это любовь и одиночество, это зима холодная и пробуждение весны. Послушайте, в конце вы услышите цитату из скрипичного концерта Вивальди, который отдавал дань Пиццола его знаменитой грозы. Астор Пиццола, времена года в Буэнос-Айресе, весна.